Всем привет, вы на канале Хаттабыч ТВ, и да, вы видите новую машину в моем гараже. Это, ребята, моя теперь основная машина. Десятку я продал и купил себе вот эту вот четырку. Потому что, ну, десятка, она дорого стоила. Ну, мне, в принципе, не очень нравилась моя десятка. Нет, она мне нравилась, но как бы я ее продал. Она на стынсе была, да. И вот, купил себе такую четырку, обычную довольно-таки. И да, я десятку продал с номерами вместе. Ну, зато денег много получил. На четырке, ну, почти... РРР номера, только СРР. Не знаю, что это за номера. И да, ребята, я у себя на канале запускаю конкурс на 100 подписчиков. Ну, как наберет 100 подписчиков, я этот конкурс сделаю. Узнаете вы попозже. Чуть-чуть, блин, зачем? Давайте сменим машину, возьмем все-таки как бы серию у нас, вот она. В прошлой серии мы купили номера. А в этой серии мы, я думаю, чуть потюним. Ну, поставим нормальные колеса, ребят. Ну, естественно, не такие, не какие-то стрёмные. Давайте что-нибудь норм поставим. На самом деле, на такую машину сложно найти колеса, и поэтому мне как бы... Поэтому я не хотел долго так... Блин, этот проект не хотел долго делать, потому что, ну... Как бы, вы знаете, на эту машину колеса не найти. Ну, давай, вот такие вот поставим колеса. И... Вот такая вот машина получается. Ребята, если... ну, я просто эту серию уже второй раз записываю, потому что программа, через которую я снимаю, сори, то, что она обрезает мой голос. Но, ребят, короче, я не виноват. Так сказать, это все программа. Давайте поставим ей расширение, обвесы. Ну, вот такие вот, наверное, поставим. Да, они слишком жесткие. Чего, почему они такие большие? Ну, ок. Тогда у меня получается как-то колеса маленькие, да? Выглядят как-то. Что тогда чуть побольше размера возьмем? Так. Блин, у меня сейчас песня это в голове. Это как она? Живи, ну, короче, мой Калашников. Песня Фейса. Не, я не слушаю Фейса, просто. Блин, я не знаю, на самом деле, какие поставить. Наверное, давайте вот большие поставим. Мы все равно занизим эту тачку, сделаем... Теперь вот это вот самое, так сказать, главное. Лол. Не, норм вроде, вылет мы сделаем. Ага, ребята, теперь у нас есть проблема, то что с вылетом эта машина, вот как-то она... Блин, почему она такая большая? Ладно, пофигу. Так. Я же надеюсь... А, это передние колеса. Передние колеса у нас нормально. Давайте задний вылет тоже сделаем большой. И вот эту машину уже пацан такой. Мощный. И отскок пружины мы сделаем... Где-нибудь такой, жестокость пружины вот такой. Все, покупаем хорошую настроечку, проверенную, кстати.
И теперь давайте... Я не знаю, что ей еще делать, но... Ема, капец, она широкая, ребят. Просто это так смешно, если честно, выглядит. Но норм, короче. Мне нравится такая. Во, сплиттер. Наверное, такое. Это купим. Да, ребят, я хотела вообще сделать эту заключительную серию. Но на это и... Как бы вот мы поставили такие вот обвесы. Давайте прокатимся. У нас, короче, наступила весна. И, короче, вот. Давайте чуть почише идём. Капец, ряд, она мощная. Опа, дрифтик. Опа, опа. Блин, блин. Фух, чуть не разбил. Посмотрите, ряд, какая она мощная. Но она еще не мощная, но она просто. Посмотрите, просто ее расширение. Это, по-моему, слишком жестоко. Но в дрифт она на этой настроечке входит нормально. Тормози, тормози. Блин. И, ребят, кстати, в Карпатке мультиплеер я тоже уже буду делать скоро новый проект. Но пока разборки с бандитами. Четвертую часть я скоро выложу. Может быть, даже сегодня. Хорошо у нас вот эти вот гаражи и заборы, и это все, как она, пластмасса. Ну, то, что типа это место для дрифта у нас. Ну, норм, такая жига получилась. Так что, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а всем удачи и пока-пока.